18 апреля в стенах Казанского федерального университета прошел открытый диалог с волонтерами специальной военной операции из Татарстана. На сегодняшний день в их команде 3 человека, а помогают им в сборе гуманитарной помощи в основном жители Татарстана и Москвы. Гости рассказали, как они к этому пришли. Год назад волонтеры начали свою деятельность, и с этого времени их маршрут сместился ближе к линии фронта, а небольшой прицеп с продуктами превратился в 2 тонны гуманитарной помощи. На 22 апреля у волонтеров запланирована их 15-я поездка. Весь путь занимает обычно 7-10 дней. Когда произошла трагедия в 175-й гимназии, меня пригласили в команду Российского Красного Креста оказывать психосоциальную поддержку. Вот. И после вот этих вот событий и вот этого вот соприкосновения с горем людей, когда сказали, что вот это началась специальная военная операция, было огромное желание каким-то образом поучаствовать. И тогда вот как раз родилась вот идея о том, чтобы отправиться в Мариуполь. И первая поездка у нас была как раз в Мариуполь. В рамках открытого диалога, посвященного гражданской позиции, студентам показали пару роликов, которые волонтеры снимают во время каждой своей поездки и публикуют на своих личных страничках в социальных сетях. В конце у слушателей была возможность задать интересующие их вопросы. Студенты и преподаватели Казанского федерального университета продолжают активно оказывать поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик. Напомним, что в течение всего января сотрудники и студенты вуза участвовали в акции по сбору самого необходимого на передовой. Вообще для наших студентов это очень важно. Очень много недостоверной информации, фейковой информации, очень много искаженной информации, да, которая подается. И вот мы бы хотели, чтобы пришли люди, которые с первых уст вообще это рассказали, да, показали свои видео, да, чем они живут, почему они это начали. И был большой отклик у нас тогда, еще в прошлом году, да, поэтому мы в этом году их еще раз пригласили, но уже сделали вот такую серию. Они у нас открыли эту серию встреч. Сегодня была первая встреча. Надеюсь, еще будут встречи, да, где у нас будут приходить другие волонтеры. Студенты и сотрудники Казанского федерального никогда не стоят в стороне и всегда участвуют во всех акциях, направленных на помощь и поддержку участников специальной военной операции, а также пострадавшим от природных катаклизмов. В вузе осуществляют свою деятельность множество социальных отрядов студентов и реализуется цикл встреч с волонтерами организаций самой разной направленности. Егор Панкратов, Резида Каримова, Богдан Священко, Универ Новости.